Всем привет! С вами снова повар от Бога. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. Поехали! Сегодня мы готовим блинчики с начинкой из мясного фарша. Для этого нам понадобится полкило фарша, морковка, две луковицы, масло, одно растительное, одно оливковое, мука, два яйца. Все, поехали готовить. Включаем сковородку и шинкуем мелко лук. Так, измельчаем фарш, чтобы не было комочков. Так, теперь мы добавим натертую морковку и приправы на ваш вкус. Я добавляю пожитник, лист петрушки и просто приправа к мясу. Все. Перемешиваем. Так, начинка наша готова. Выключаем, солим и ждем, когда остынет. А в это время начинаем готовить блинчики. Да, теперь блинчики. Два яйца. Все очень просто. Я готовлю блинчики на воде. Так, масло. Я на глаз. Извините. Так, раз. Солим. И я даже поперчу. Как бы размешиваем. Так, добавляем водички, где-то стакан воды. Так. И теперь мы добавляем муки. Так, добавляем, чтобы до того, как тесто станет, ну, как жидкая сметана. Смотрите, вот такое тесто. Видите, не густое, но и не жидкое. Я чуть-чуть смажу разогретую сковородку и будем печь первый блин. По первому блину мы скажем, чего хватает нам, не хватает, чего хватает, не хватает. Так. Ну что, начали. Половничка.
И тесто распределяем. Так, это первый блин. И распределяем по сковородке. Так, переворачиваем. Так, сильно нам зажаривать блинчики абсолютно не нужно. Посмотрите, сколько блинчиков у нас получилось. И теперь мы берем легким движением руки, блинчики мы все переворачиваем и начинаем фаршировать. Я нафаршированные блинчики храню в холодильнике и подогреваю их по мере надобности. Поэтому я сразу складываю в форму. Так, 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 так и вот так. И так все блинчики. Подавать блинчики надо их как поджарить, разогреть на каком хотите, на растительном масле, на сливочном. И подавать их с любым соусом, сметанным, кто-то с майонезом любит, кто-то, ну, с чем хотите. Так что вот такие блинчики. Ну, вот. Посмотрите, сколько блинчиков у нас получилось, и даже вот один остался. Приятного вам аппетита! Понравилось? Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки обязательно. Спасибо, кто подписался, и спасибо даже за вашу критику. Всегда с вами повар от Бога. Пока!